вас есть выставочный зал, но такого же ассортимента прямо непосредственно на Иванском шоссе около кладбища? Да, у нас есть точка, которая торгует непосредственно на третьем кладбище, на новом. Там у нас есть точка, торгующая венками, цветами. Точка — это что такое? То есть вот такой же вагончик стоит. Вагончик стоит, где висят при въезде на кладбище. Там стоит кассовый аппарат, стоят венки, цветы, кресты, кроме гробов. Коммерческие организации дают большую конкуренцию вам, которые находятся там, у которых более так цивилизованно. Ну, более цивилизованно я поспорю с вами. У нас тоже красиво там расставлены венки, цветы. Ну да, допустим, если на третьем кладбище у нас одна точка, то коммерции там еще плюс 5 точек. Которые, конечно, незаконно там стоят. Незаконно? Вы принимаете какой-то шаги, чтобы действительно была конкуренция? Мы добросовестно. По ценам. У нас цены выше. По ценам, вы говорите, если они там незаконно стоят, потом на каких основаниях они там стоят? Это же тоже... Это вопрос о бумаге.